Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть на карте зеленка. Загрузил гербициды. Поехали продадим. Планирую поставить мельницу, потому что скоро созреет сорго, и я буду его перерабатывать в муку. Для этого нужна мельница. Поехали. Надо подзаработать, потому что денег мне сейчас не хватает. Кстати, по поводу цены на кофе, я ее исправил. Теперь кофе у меня дешевле. Цена на него, когда продаешь. Тихо, тихо ты. Продаем. Ну, теперь должно денег хватить на постройку мельницы. Так, ну машину пока здесь оставляю. Так, кстати, у этих здоровья уже 20%, было 10%. Потихонечку растет. А, и да, кстати, можно будет как-нибудь поставить, протестировать, поставить вот здесь специальную штуку. Сейчас покажу. Заходим в строительство. Это из DLC платного дополнения есть такое. Сейчас покажу. Так, это вот мельница, которую я буду ставить. Есть из DLC еще вот такая штука. Для производства жидких удобрений. Ее вот так вот ставишь возле коровника. И она как бы потребляет газ. Коровий вот этот. Ну, воздух точнее. Она потребляет воздух из коровника. Сочетая его с серной кислотой и делает жидкое удобрение. Это вот в описании написано. Данного производства, можно так сказать. Вот так его можно будет поставить. Здесь сделать ворота и производить жидкое удобрение. Но это потом. Курица, ты чё вылезла-то? Давай, сейчас возьму вот эту машину, она мне все равно потом понадобится, надо будет поддон шерстью там забрать, я его никак не заберу, он там лежит. Поехали, заберем заодно сейчас. Он там не на месте находится. И будем ставить мельницу. Вот здесь он стоит. Как бы ни туда, ни сюда. На ходу, можно сказать. Да ладно.
Так, ну что, вот здесь я буду ставить мельницу на своем участке. Сейчас надо будет выровнять и облагородить это все дело. Поехали! Так, ну что, ребята, вот так вот получается. Добавил тут кустиков растительности, чтобы не пустое место было. Вот такая мельница. Кстати, я даже не знаю, где тут еще будут мешки получаться. Может, где-нибудь с этой стороны? Ну да ладно. Не стал я смотреть, где триггер тут. Потом сюрприз будет. Надо это в сарай пока закинуть, шерсть. Ну все, вот здесь пускай в углу пока находится. Блин, я думал, он сюда хочет повернуть. Че сень тут разворачиваются? Везу, в общем, 7 буренок еще купил. Осталось 3000. До полного коровника, чтобы забить, мне нужно еще 2 купить. Будет ровно 30 штук. Сейчас у меня 21, плюс вот эти 7 будет 28.
Так, открываем. Питомник, да. Отлично. 28 из 30, да. Ну, потом еще как-нибудь съезжу, куплю двух штук. Мне все равно сейчас денег не хватит, потому что одна корова стоит 2000. У меня все равно денег не хватит. Что-то собака лаяла. Крысы, может, бегают. Возможно. Тут курятник же у меня. Может, крыс гоняет. Ладно. Надо ужинать да спать. Так, новый день. И у меня корм у коров закончился. Надо вести. У меня и денег-то сейчас 1000 осталось уже. Поехали съездим, купим. Вот сколько есть на все деньги. Я не знаю, сколько он там стоит. Он вроде недорогой в этом магазине. Я просто смотрю, производительность коров в ноль ушла. Они сейчас молоко не дают. Оказывается, у меня корм закончился. Чё-то я прозевал как-то. Чё-то соседи картошку вообще не убирают. Смотри, большое поле такое с картошкой. В следующей серии буду убирать тоже урожай. А свеклу. Либо, не знаю, этот созреть, не созреть сорга. Так, ну давай сначала нужно вот это купить. И денег у меня не будет. Надо будет продавать кофе. У меня кофе там еще полно. Грузить и продавать. Так, где у нас тут? Погоди. Моносмесь. Ага. Но хотя бы столько. Нужно просто мне будет продать кофе, и деньги будут. Хотя я так посмотрел, молока-то уже 2900. Неплохо так. 28 буренок мне молока принесло. Скоро будет окупаться все это дело. Надо будет только еще двух буренок докупить. Так, тоже буду отсюда загружать корм. Должен триггер сработать. Стоп, далековато. Так, даст. Вот так. Вполне себе нормально. Во, отлично.
производительность упала, потому что корм был ноль. Ну, теперь будет что им поесть. Ну и надо будет еще машину им привезти, но для начала нужно продать кофе. Давай сейчас загрузим по-быстрому. Подгоним машину. Сейчас трактор возьму. Съездим, продадим. Да, надо будет все-таки накопить и купить себе мини-погрузчик. Им все-таки намного удобнее грузить. Он более маневренный, чем трактором. Трактором вообще неудобно, но для начала, ладно, можно потерпеть. Так, ну все. Закрываем. Поехали. Продадим. Кстати, что там? Дерево еще есть. Планок. Кстати, один поддон есть с мебелью и один поддон с планками. Но пускай. Пускай пока копится. Срежем здесь. Так, продаем. Хоть немного подзаработаем, а то в минус ушел. Ну вот, 10 тысяч, ну почти 11 тысяч. А раньше бы я получил 1040 бы за это дело. Но так как я цены сделал ниже, а то уж больно большие цены были. Десятка есть. Так, ну что, ребят, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо, всем удачи, всем пока.